Раз-раз. Раз-два-три. Ой, надеюсь, не слишком громко. Прям прыгает штучка. Какие у меня тут настройки были? Звук. Может, вот так? На лету можно вообще регулировать? Я не знаю. Раз, два, три. Так. Начинаю запись видео на тему больших чисел. Есть большие числа. Непонятно, кто их придумал и зачем. Например, число Грэма. Это число, которое точно никто не сможет никогда записать. Оно большое. Настолько большое, что ну, никто не запишет. Даже тетрадки целой не хватит, вот такой. Чтобы в ней поместилось число Грэма. Даже если на каждой страничке писать, на каждой строчке. Огромное число. А есть еще не такие большие числа, но тоже очень большие. Это Googleplex и Google. Тоже очень два больших числа. Google я еще могу написать на бумажке. Мне хватит времени. А Googleplex я тоже уже не смогу. За свою жизнь не успею записать. Большое число. Ну вот. Записывать же можно по-разному числа. И у меня есть вопрос. Какое же максимальное число мы можем записать? У нас есть какие данные? Что мы знаем? Мы можем... У нас есть ограниченное место для записи. Какой-то ограниченный объем информации. Пусть это будет килобайт. Или терабайт. Или экзабайт. Но даже если это будет какое-то большое число, которое кажется сегодня большим, все равно оно ограниченное. Мы не можем увеличивать размер памяти бесконечно. Это кофе. Якобс Монарх. $300. Ах! Вот за такую банку. Сколько грамм? 190 грамм. Так, микрофон трогать нельзя, а то шум сильный. Так, я включил его вообще? Угу, да, красненький огонечек горит. 4 минуты уже записываю. Что важного я сказал? Я сказал, что существуют большие числа. Я хотел бы узнать, ну, какое все-таки самое большое число я могу записать? На примере 20-значного. 20 знаков. На примере 20 знаков. Тут еще важно иметь важно понимать архитектуру вычислительного устройства. В общем-то, закономерность, такую, которую я сейчас приведу, если она вообще есть, ее можно использовать для постройки какой-то специфической архитектуры вычислительного устройства для
Выполнение каких-то специфических задач. Специфических задач. Начну. Так, где вообще моя камера? Ctrl-J. Вот она. Чтобы я себя видел тоже. Так. Создаем какой-нибудь файлик. И запишем. Формат. Правка. Файл. Формат. Шрифт. Опа, 72. 72. Ну да, пусть будет 100. 112. Это слишком большой. Так, пусть будет 72, да. Самое маленькое число. Самое маленькое, как это называется? Разрядность, неразрядность. Система исчисления. Минимальное количество знаков 2. Вот я хочу систему исчисления испробовать от 2 до 20 по правилу. По какому правилу? По определенному правилу, которое впереди покажу. 2, 18, 3, 17. Сумма 20 сумма. 20 знаков. Я буду записывать максимально возможное число в 20 знаках. Сначала идет алфавит числовой, цифровой алфавит, потом идет запись числа максимального. Посмотрим, какое максимальное число у нас получится. Что больше будет? 16, 3, 15, о, опять тройку написал, правильно, прикольно, 5, 15. 6, 14, 7, 13, 8, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Больше 19 писать нет смысла. Ограничение у нас... Ограничение это 20 знаков. Вниз. Черточка 9. Вниз. Черточка 8. Вниз. Черточка 7. Вниз. Черточка 6. Вниз. Черточка 5, вниз 4, вниз черточка 3, 2, вниз черточка 1. Готово. Это план. Это не быстро. 10, 10. О, самое какое. 10, 10. Что ж получится? Даже не представляю. Это будет долго. Где мой кофе? Где моя кофе? Зачем я кофе так далеко ставлю? Так, микрофон поближе. Вот так. Микрофон должен быть поближе. Как же не облизнуть ложку? Ой, как это будет долго. Часа, наверное, 2,5. В какой форме все это начать? Сохраняем, на всякий случай. Так, файлик. В какой форме все это сохраним? В какой форме? Excel? Excel, Word? У меня такие варианты. Excel или Word? Excel. Ну, эти пусть будет Excel.
удобная штучка, если пользоваться. Как назовем файл? Разряды. 20 разрядов. Да что я его хранить? Не буду я его хранить. Эй, удалю. После. Или не удалю. Не знаю. Зачем он нужен? Краснота. Красная полоска появилась. Странно. Все делал вроде. Ладно. Так, сначала все маленькое какое-то и нехорошенькое, да? Ладно, поменяем. Пусть будет 20. Ну и текст. А, жирненький. Нет, 20 не надо, давайте пусть будет 36. Так, что-то ячейки какие-то узенькие. У нас числа не будут помещаться. Ширина столбца 8,43 умножаем. Пусть будет 4 раз побольше. 8,4, 32. Ой, почему я 15 написал? 32 ширина столбца. 32. Вот так. Все. Ну, табличка более-менее... Более удобная будет. А что это такое за крестик? Что это? А, это реклама. Реклама вылезает. Так. Конечно, хорошо иметь парочку видеокамер. Видеорежиссера, видеоредактора в команде. Так, продолжим. Алфавит. ФК. Классно. Вид. Умещается, уменьшается, умещается. Ноль. Один. Да что ты будешь делать? Все не так. Давайте так сделаем. Так. По центру. Алфавит 0,1. Один. Число. Ой. Простите, постараюсь так не делать. Забыл, что я все записываю. Так, число. В какой форме это записать? А как записать-то вообще? Мне надо... Ну, а как это записать-то? Ладно, формулу сейчас просто напишу. Равно. У нас осталось 18 знаков. Это значит, что мы 19 квадрат возводим. Как квадрат, как записать? Не помню. Я не знаю, сейчас посмотрим. Вставка формул. Придется усложнять. Сейчас многое поменялось. Я последний раз эти формулы вставлял много лет назад. Вставка формул. Табличку ставлю потом. Это зачем мне? Это мне не надо. Лесу надо название дать какое-то.
Алфавит. Алфавит, табличка. График. График. Это график, это алфавит. Так, алфавит от 0 до 1. У нас алфавит. Так, число. Формула. Вставка формулы. Вставку. Так. Ну, формулу. Давайте формулу вставим. Конечно, многое поменялось. С начала 2000-х. С середины 2000-х годов Excel поменялся, надо сказать. Чё тут вообще? Это что такое? Профессиональный? Не надо мне. Ерунда какая-то. Вставка. Главное. А это что у меня появилось? Это было, не было? Ладно. Вставка. Таблица, сводная таблица. Гиперссылка. Формула. Как формулу-то вставить? Вставка. Формула. А может как-то по-другому это теперь делается? Надпись. Colantin Tool. Объект. Объект, может быть. Нет. Это другие продукты. Рисунок картиц. Таблица. Сводная таблица не нужна. Фигуры, снимок. А, формулы. Вот они, формулы. А, это функции теперь называется, да? Это вот теперь функцию называют. Раньше в Excel. Excel какой был тогда? В общем, офис XP, наверное, это был. Если он вообще бывал. Если он существовал. Все было как-то по-другому. Называлась вставка функции. А тут это вставить... Раньше это называлось вставить вставка формул, а теперь это вставка функций. Но вместо вставки формул стали вставлять шаблоны формул. Степень. Как степень вставить? Синус, тангенс, градусы, знак, корень. Это что? Ну, хорошо, что на русском все-таки удобнее. Факториалы, ничего, округляем. Округление. Остатки отбрасывают десятичную дробь. Так. Случайное число тоже хорошее. О, степень. По-русски просто можно писать. Прикольно. Запомнили, как писать? Степень, число, степень. Куда вставил-то? Число 2. Степень какая? 19. Окей. Ну зачем мне это здесь? Сюда. Что мы вставили-то? Это мы удалим, это нам не надо. Так, но это не все. Минус один. Вот, вроде так. Или, подождите. 19. Сумма. Сумма 2 в 19 степени минус 1. Правильно я посчитал, нет? Как проверить? 19 знаков. Ой, ну я сейчас проверю. Не поленюсь. Так. Один. О. Ой.
Раз, два, три, четыре. Подождите. Ну ладно, посмотрим сейчас просто закономерность какая будет. Так, здесь будет единичка, здесь двойка, здесь четверка. Сумма 6, 7. 7 будет. А тут 8. Тут правильно все. На единицу меньше. Тут восьмерка была бы. Если бы я тут написал единичку. Все правильно. Вот это число соответствует. То есть это сумма. То есть это, собственно, максимальное число. Вот это в десятичной форме. То есть слева вот. 524 287. Это максимальное число в десятичном отображении, которое можно записать 18 оставшимися знаками. Так, это, наверное, уже не надо. Это уже не надо. Все. Давайте красиво сделаем. Так. Главное. Главное. О, зальем чем-нибудь. О, зелененьким. Супер. О, так и будем. Теперь алфавит другой сделаем. А, ну и график сразу вставим. Почему бы и нет? Алфавит. А, число знаков. Я сейчас сюда напишу. Число... Как это записать? Там-пам-пара. Как это записать? А, наверное, никак не буду записывать. Просто по очереди буду вбивать данные. При алфавите из в двоичной системе числения, троичной системе числения. Потом 4 знака будет система числения. И так по очереди. Сейчас создадим какую-нибудь. Теперь вставим типа график. Да? Гистограмма не надо, график. Хорошая вещь, просто график. Нормированный. С чем? С накоплением. Не надо, наверное, накопление. А это какой график? Ну, покажи. Да, вот. Развитие процесса. Давайте размерчик. Ты что так будешь? Свойства. Формат не надо. Дать. Экран большой у меня. Так, сейчас на весь экран сделаю. Вот так вот. Так, чуть заедем. А нет. Так. Так. Выбрать данные. Эй? Тип диаграммы. А, тип диаграммы. Ну ладно, а данные? Выбрать данные. Элементы легенды. А, мне надо заранее. Диапазон данных для диаграммы. Как это у нас будет? Пам-пам-пам-пам-пам. Диапазон данных и ряды. Ряды данные. Вроде все правильно. Так, красненький. Так, добавить. Добавим. Во, да, вот так мне вроде и надо. Ну и где? Что такое? Что-то я ее такую большую не делал. А поменьше? Я хочу, чтобы она помещалась у меня на страничке. Это табличка. Не табличка, а как ее? Вот так вот. Зачем мне такая большая? Вот. Ой. Во. Помещается?
Ох уж этот Excel. Ох уж этот Microsoft. О, а, вот оно как произошло. Когда отводишь к краю экрана, она отползает. Поэтому она у меня отползла. Вот. Вот так. Первое число имеем. Но я его здесь не вижу. Ерунда какая-то. Ладно. Наверное, потому что это точка. Точки не отображают, что ли? Формат. Формат. Заливка, цвет границы, стили страниц, тени, свечение, формат. Ерунда какая-то. Формат. Нет, это легенды. А. Это основные линии. Это основные линии. Ладно, когда будет линия, я ее, может быть, отформатирую, чтобы она была пожирнее. Так. Вот, это 524 827. Это максимальное число, которое мы можем записать в двоичной системе числения на 20 знаках. С учетом того, что мы сначала записываем все знаки, все цифры, которые есть в этой системе исчисления. Дальше. 0, 1, 2. Так, тут у нас 3 в 18 степени. Степень. Сейчас. Равно степень. У нас же остается 17 знаков. 20 минус 3. Тремя знаками записали алфавит. Остается 17 свободных ячеек. Да? Чтобы записать число само. Максимальное число это будет 2-2-2-2-2, 17 раз двойки. Чтобы его перевести в десятичную дробь, мы берем тройку. Возводим степень 18 и вычитаем, опять же, единичку. 18. Что там, запятая была? Не помню. А, тут даже подсказка. Угу. Само число сначала. Тройка. И степень. 18. Скобку закрываем. Минус 1. Ты, ёлки зелёные. Слишком мало аргумента. Чтобы закрыть данное сообщение и получить справку о функции, нажмите ОК. Зачем нажмите вставку функции? Она же... Или я вижу плохо? Там точка запятой, наверное. Ну, конечно. Вижу не очень хорошо. Я запятую написал. Где она? Во! Вот какая разница интересная. Не помещается число у меня уже. В ячейке. 30. Да что ты будешь делать? Как я это буду читать? Не разберешь. А, зачем денежный? Ты ёлки. Формат ячейки. Числовой. Вот так. Ой, так виднее. О, 387 миллионов получилось. Ничего себе разница. А что будет дальше? Па-пам-парам-парам. Это мы записали на 17 знаках троичную систему исчисления. Максимальное число получилось. Какая разница? Большая. Это сразу в 1000 раз у нас число увеличилось. На ровном месте. А7. Да? К7.
Как добавить-то? Формат области построения, выбрать данные. Это что у нас? Алфавит. Восклицательный знак. А, слишком сложно. Добавим. Я думал вручную ввести. Но это слишком сложно. Окей. Что мы видим? Ничего не видим. Да елки зеленые, а. Ничего не видим. Неправильно. Ну-ка. Выбрать данные. Парара-парара. Перерем-перерере. Диапазон данных надо ввести. Парара-ра-ра-ра. Как я его введу-то? Вроде правильно. Как я его ввел? Как он записывается? Ну-ка, выбрать данные. Алфавит, восклицательный знак. Столбец А. Номер строки S4, S7. Запомнили? Будем просто добавлять. Пам-пам-пам. Вот так вот. Чтобы не париться. Буду изменять просто номер чего? Номер строки просто буду записывать. Вот как у нас выросло с изменением. С изменением. Как это сказать? Систему исчисления меняем, увеличивается число сразу же. И оно, наверное, будет экспоненциально. Или почти экспоненциально увеличиваться. Экспонента, это значит, каждый шаг увеличивается в 10 раз. Ну, конечно, экспоненциально не будет. Продолжаю. Ноль, один, два, три. Это уже четырех. Четыре знака. Система исчисления из четырех знаков. Это значит, остается 16 знаков для записи. То есть мы число 4. Тут тройка. Тут число 4 будем возводить в 17 степень минус 1. Равно, скобочку открываем, степень, пробел, что там? А, елки, скобочку можно не писать было. Ну ладно, еще раз скобочку напишу. Лишняя скобочка получилась. Так, степень, число 4 умножаем на степень, так, точка запятой, возводим степень. Не ошибиться, 17, скобочку закрываем, минус 1, скобочку опять лишнюю закрываем. О, 17 миллиардов. Это уже не в 10 раз получается. Это вообще... А сколько раз там это, там 400 миллионов, а тут 17 миллиардов, это... Примерно в 23 раза, блин. То есть не блин, я хотел сказать плюшки. Ну, как интересно. Десятка, да, запомнили? Номер строки 10. Как вам быстро добавить данные? Выбрать данные. Пум-пум-пум. Вставляем просто. Ты что не вставляешь-то? Ты елки зеленые, нельзя вставлять. Ну, ладно, по-другому. Вот так. И так нельзя вставлять. А от руки писать можно? От руки писать можно, вставлять нельзя. Что за Microsoft такое? Как редактировать? Я бы сейчас вставил просто заголовок страницы
и вставил бы номер строки. Вручную бы скорректировал номер строки. Все. Ну ладно, будем мышкой тыкать. Раз у них мозгов нету, у нас есть руки на этот случай. Так, алфавит. Сюда нажали. И что получилось? Ничего не получилось, что ли? Конечно, я что-то неправильно сделал теперь. От расстройства, наверное. Выбрать данные. Ряд один. Диапазон данных. Не добавился, да? Алфавит. Алфавит. Не добавился. Подписи горизонтальной оси. Горизонтально это справа. Нет, это не то. Что ты будешь делать? А, вот как оно работает. Зажимаю клавишу Ctrl на клавиатуре и тыкаю сюда. Нажимаю Enter. Окей. Во как она выросла. А что будет дальше? Я вообще даже буду в шоке сейчас. Excel скажет, ай-яй-яй, все неправильно. Ошибка. Будет ошибка какая-нибудь. Такое большое число получится в 20 знаках. А нет, не в 20. Ладно, дальше. Ноль. Один, два, три, четыре. Равно. Число... Это у нас пятиичная, что ли? Пятизначная система исчисления. Пять знаков. Степень. Пятерку возводим. Так, 15 знаков у нас есть. В запасе для записи. 15 плюс 1, 16. 16 степень. Минус 1. 16 степень. Минус 1. Дальше какую кнопку записать? А, никакую не буду записывать кнопку. График. Выбрать данные. Сюда тыкаем. Сюда тыкаем. Enter. Enter. Опять что-то не так нажал. Что ты будешь делать? Не вижу ничего. Выбрать данные. Прекрасно. Ctrl-Z нажал, отменил последнее действие. Я не знаю, что там получилось. Выбрать данные. В общем, что 10 лет назад там или 12 лет назад, что теперь, ну, невозможно пользоваться ихним продуктом, этих Microsoft. Выпускают низкокачественную продукцию, которой невозможно пользоваться. Потому что они могут делать, что хотят. Потому что лучшее. Если я лучше, значит, я могу делать плохо. Хорошая логика. Но все равно же покупать больше негде. Ну что, что Excel воспользоваться нельзя. Так. Нажимаю сюда. Нажимаю сюда. Опять не так. Отмена. Формат области. Выбрать данные. Что я не так делаю? То есть теперь. А, Ctrl забыл нажать. Вот, Ctrl не зажал. Ctrl не зажал. Теперь Enter. Окей. А, может быть, это был я виноват? Может, я что-то не так нажал. Ну что же, каждое следующее число очень сильно отличается от предыдущего. Это уже видно. И я нарисую другой график потом, который будет обозначать отношение каждого предыдущего числа.
к последующему? Как его отношение? Насколько больше каждое следующее число? И какова перспектива? Насколько сохранится перспектива? Действительно интересно становится. Так. Алфавит. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Не помещается пятерочка. Ну, мы знаем, что там пятерочка. Степень. Так, равно степень. Степень. Не отвлекаться, не отвлекаться. Скобочку открываем, число. Шестерка у нас. Шестерка. Будет точка запятой. Степень, значит, если у нас там 6 знаков, значит, 14 для записи. Возьмем в 15 степень. Минус 1. Минус 1. Оп. Эй, что, оно не помещается, что ли? Что-то маленькое число. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Или я что-то ошибся уже. Пятерка. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 16. Да, 5, 16 минус 1. Семнадцать. 18. Так, степень. 19 степень. 18 степень. 17 степень. 16 степень. 15 степень. Все правильно. Дальше. 2. 3 степень возводим. 4 степень возводим. 5 степень возводим. 6 степень возводим. А, не помещается число, наверное, я не знаю. А где у меня горячие кнопки-то? Горячие кнопки я не вижу. Нужные. В смысле, на панели инструмента вверху я не вижу нужную кнопку. Я ее не добавил, что ли? Форматировать. Числовой перенос. Свою, что ли, добавить? Панель инструментов. Пам-п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 ам
все это добавлять при желании. Основные вкладки. Создать вкладку. Хе-хе. Создать вкладку. Вкладку. Переименуем вкладочку. Тима. Тима. Пусть будет коротко. Тима. И значок. Ну, пусть будет. Это слишком у нас. Да, пусть будет. Пусть будет вот так. Изоморфы, да? Такие. Так, создать. Так, о, моя готова. Вкладку сделал. Панель быстрого доступа. А где панель быстрого доступа? Настройка ленты. Ну, вкладку создал. Ну, и что дальше? Группу. А, сначала группу добавляем. Нет. Вкладка, группа. Удалить. Вверх, вниз. Ну. А! Все, вот она. Она должна быть здесь.
Да что ты будешь делать? Создать вкладку. А чё она такая странная? Да что ты будешь делать? А как же переименовать? А, вот так вот переименуем. Ой, а это мне не надо уже. Ой. О, а теперь можно команды. Эй, команды. Ну-ка, что я хочу, угадайте. Моя капуста, кажется, горит. Секундочку. Воды не хватает. Капуста сгорела. Сколько времени я записываю? Сколько она у меня? А, ну 40-45 минут она у меня, конечно, сгорит за 45 минут. Ладно. Сюда вставим. Так, макросы не надо. Команда налетим, все команды. И все, выбора нету, да? Здорово. Все команды. Ой, сколько я их буду искать. То, что мне надо. По алфавиту. А не по алфавиту, значит, а нам нужно слияние ячеек. Буква С, наверное. А, буква О, объединить ячейки. Раньше это называлось так. О, ОБ. ОБ. Объем, обычная. Обычный. Опубликовать. Объединить ячейки. Вот она. Так и осталось. Добавление команд возможно только в пользовательские группы. Да ладно, группу сейчас сделаем. Переименуем. Опять же, Тима. Тима. И значок какой у нас был. Ну а теперь добавляем. О, получилось. Так. Вот две ячейки объединяем. А, и чё? Раз, два, три, четыре. Да, четыре. А тут раз, два. Ерунда какая-то. А это если объединить? Нет, это у нас увеличивается во как. Это так увеличивается? А чё, оно перестало так сильно увеличиваться, что ли? Ерунда какая-то. Нелинейная какая-то странная зависимость какая-то странная. Или я где-то ошибся? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вроде все правильно, я же только что проверял. А это что за квадратик? Реклама, что ли? Реклама достала. Что ты будешь делать? А во время записи почему-то... Ну, как Ctrl-J. Что это за реклама? Не отображается. Из-за того, что я запись веду. Ну, так, попробуем угадать. Что-то новое появилось. Дроп мефайлис. Докс драйв. Google. Так. Ну, скорее всего, вот это у меня лишнее. Сейчас мы это удалим. Блокировать. Бывает, что скачанные файлы. Это мне не надо. Удаляем. Реклама выскакивает. Нажимаешь, а одну ошибку допускаешь в жизни. Все, реклама на всю жизнь тебя будет преследовать. Пока не переустановишь Windows. В 2014 году я устанавливал этот Windows. Так, на чем я остановился?
Тик, это у меня план. Пам-пум, пам-пум. Так, вот на пятерке мы остановились, да? Все где-то. Так, ну ладно, добавим это в график мой. Формата. Выбрать данные. Сюда нажимаем. Потом сюда. А, опять я перепутал. Ты елки зеленые. Отмена. Выбрать данные. Сюда нажимаю, зажимаю клавишу Ctrl на клавиатуре, а потом тыкаю сюда. Enter, Enter. Нет. Да, угол изменился или нет? Сколько градусов угол? А, угол примерно одинаковый, да. Хотя вот так интуитивно кажется. Или нет, или угол поменялся. Бумажку, что ли, вырезать? Какой-то угол, да, поменялся угол, мне кажется, немножко. Вот здесь вот, вот в этом месте углы немножко меняются. Нет, вот здесь очень большой угол, здесь острее угол, здесь он опять увеличивается. О как. А здесь совсем маленький угол, в смысле большой. Почти 180 градусов, да, 170 градусов. Тут чуть поострее угол. А тут он опять затупляется. О, как. Как-то странно. Ладно, дальше. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, тут понятно, что, ладно, пятерку не будем уже так вот по очереди. Разрядность. Система 6. Напишу. Система 6. Система 6. Система исчисления шестизначная. С шестеркой. О, нет. Система. Это я запутаюсь. Или не запутаюсь. Если это шестерка. Семизначная. 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 Как же без объединения ячеек? Никак. Система семизначная. Пум-пум-пум. Это значит. Так, теперь не ошибиться. Опять объединим ячейки. Значит. Так, здесь у нас было 15. Так. Значит, число 4 в 17 степень. 5 в 16. 6 в 15. Здесь мы будем возводить 7 в 14. И минус 1. Равно степень 7, точка запятой в 14, сколько закрываем, минус 1, Enter, добавляем в график, выбрать данные, Ctrl, вроде да, прокатывает, да, можно и так, опа! Ничего себе изменения. Чем это вообще обусловлено? Угол изменился вообще в другую сторону. Вообще это... Может, я ошибся где-то. 7, 14, 6, 15 степень. 7, 14 степень. Самое получается оптимально, это вот пока на данный момент я делаю вывод, что самое оптимальное вот где-то вот 4-4-значная система исчисления. Самый острый угол у нас был здесь. Первое значение, второе, третье, четвертое значение. Вот. Сколько? Подождите. Формат ряда данных.
Ширина. Ну, поэкспериментируем, ширина пусть будет не 2, не 2, а 6. Во! Вот это дело. Вот это виднее. Где у нас визуально? Где больше всего изменился угол? Рост изменился больше всего где? Где больше, где острее угол, там и сильнее был рост. Между, то есть на четвертом шаге. Между третьим и четвертым шагом. А, или нет? Нет. Не острее. Острее, тут туповатый угол. Ну да, угол должен быть острее. Вот между третьим числом и четвертым. Где у меня три числа? Это у нас первое число, второе, третье. Вот, вот это вот. Получается, пятизначная система числения, самая мощная, дает возможность записать максимальное число с учетом вот этого всего, этих нюансов. Продолжим. Семизначный. Восьмизначная. 7, 14, 8, 13 степень. Эй! Исправим здесь. Просто. 8, 13 степень. Что получилось? Что, оно меньше стало, что ли? 7, 14, 8, 13 степень, минус 1. Уменьшилось число даже. Ну, чего я не ожидал, так вот того, что число будет уменьшаться. А тут есть интересная периодичность. Как-то рост, подъем, спад, подъем, спад. Увеличить, уменьшить. Может быть, оно потом будет увеличиваться. Если, допустим, ограничение сделать не 20 знаков, а 25 знаков. Или 100 знаков. Так, посмотрим дальше. Так, добавим просто сейчас в график. Посмотрим. Выбрать данные. Enter, enter. Опять что-то не так. А, опять я все перепутал. Выбрать данные. Надо Ctrl зажимать все время. Опа. О, число уменьшилось. Удивительно. Ладно. Дальше. Ой, девятизначное будет. Девятизначная. 9, 12. Эй. Девять. 12. Выбрать данные. Пам. О. Дальше. Десятизначная. Так, 9, 12. 10, 11 будет. 10, 11. Чё, приплыли? Ограничения, что ли? А, она отображается ограничена, но в голове компьютер у нас глупый. Не понимает, чего я хочу. Или я глупо не понимаю, как ему это задать. В общем, он мне отображает максимальное число, наверное. А! Это же десятизначная система. Все правильно. Все правильно.
Десятизначное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11 знаков получается. Какая-то несостыковка. Где-то ошибся, что ли? Девять, двенадцать. Подождите. Восемь, тринадцать. Пять, шестнадцать. Шесть, пятнадцать. Семь, четырнадцать. 8, 13, дальше будет 9, 12. А. 10, 11. А, ну все правильно, это сумма. А зачем я сложил? А зачем я это сложил вообще? Почему я складываю все члены? И почему у меня так получается сейчас? На 9 знаках должно быть 10 девяток. А у меня сколько девяток? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 девяток. Так, что-то я ошибся где-то. Как я ошибся-то? В каком месте я ошибся? Я посчитал сумму. Перевел в десятичную систему числения. Получилось 524 287. Двойка? Двойка, где тут степень знака степени? Знак степени тут есть у меня? Я в тупике. Что-то. Знака степени нету. Знак степени, что ли, нигде нет? Биты, байты. Статистика мне вообще, наверное, не нужна. Вид обычный, инженерный. Ну, это самый удобный. И то не все возможности степени может дать. А! 10? Да. Нет, это не то. А, вот. Есть степень. Только я ей пользоваться не умею. Ага. Ноль. Так, сбросить. Умею пользоваться. Теперь я понял, как пользоваться. Так. Что такое... А! Калькулятор даст нам возможность такую. Вот, программист, двоичная система. Вот она. Мы сейчас запишем 18 двоек. И. А. 18 единичек. Надо же максимально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18. Как этим пользоваться? Байты какие-то. 8 байт. Ну и что мы видим? В байте 8 знаков. Нет, 2 байта. 4 байта. 8 байт. Ерунда. Десятичная. А, это... Пум-пум. Десятичная. А, шестнадцатичная. Непонятно, как этим калькулятором пользоваться.
Максимальное число вообще в десятичной степ... в десятизначной системе максимальное число должно быть 10 девяткам. Должно быть равно. Все. 10 девяткам. А почему здесь та ошибка? Ладно, интуитивно я скорректирую. Не понимаю, почему такая ерунда получается. Еще раз проверю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 знаков. Должно быть 10 знаков. Восемь. Так, начнем отсюда. То есть я как поменяю? Эту единичку я удалю. Так, а здесь сделаю не 19, а 18. О, 18. Оп. Здесь 17. По-моему, это тоже неправильно будет. По-пам-пам-пам-пам. Непонятно. Так, тут скобка лишняя. Так, 17, 16. Тут единичку убираем. 15. Единичку убираем. 14. Я просто сейчас я не понимаю, почему так происходит. Подвожу. Просто формулы. Под то значение, которое мне интуитивно кажется правильным. Так, тут 12. Одиннадцать. Ну, десятизначная. Тут единичку я удаляю. Тут десятку я записываю. Нет! Это ерунда. Это тоже неправильно. Раз, два, три, четыре. Сколько знаков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Опять же, одиннадцатизначная. Число получилось. А мне нужно записать десятизначное, максимальное десятизначное число. Как же это сделать? Раз, два, три, шесть, девять, десять, одиннадцать знаков получилось. Блин. Опять неправильно. А если минус один здесь сделаем? Минус один. Пу-пу! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну вот здесь у меня и была ошибка. Ладно, предположим, что так. Минус один. Пом-пом-пом. Заново. Минус один. Пом. Пом-пом. Пом-пом-пом. Ой, ошибся. Так, это сделал, это минус один. Минус один. Так, здесь между скобками. Скобку лишнюю поставил. Куда? А, вот так. Минус один. Здесь минус один. Здесь минус один. Минус один. Минус один. О, тут уже почему-то минус один. Да, я только что. Восемь. Так. Семь, тринадцать минус один. Восемь, двенадцать минус один. Девять, одиннадцать минус один. 10, 10, минус 1. Раз, два, 10 знаков. Ага. Теперь все правильно. Вся табличка. Сейчас посмотрим, что у нас изменилось.
График. А, особая разница не получилась. Выбрать данные. Зажимаю Ctrl. Сюда нажимаю. Пик. О, какая башня. Ну, какая башня получилась. Ну, хоть я и где-то ошибся, скорректирую. Вот я скорректировал. Все равно такой график получил, такая же форма. Максимальный рост, опять же, составил у нас в каком месте получился. Максимальный рост вот на четвертом, между третьим и четвертым значением. Это двоичная, троичная, четвертая, пятизначная система исчисления дает максимальный рост на 20 знаках. При наших условиях, при нашей кондиции. Дальше. Какие еще будут сюрпризы? По тут уменьшаем число. Тут увеличиваем, тут уменьшаем. И дальше. Потом в график добавлю. Хватит, дурака, блядь. Потом в график добавлю. Сейчас сначала сделаем все значения. 11-значная. Эй, не так. Ctrl-C. 11-значная. А Enter можно нажать? Нет, нельзя. Enter нельзя нажать. 11-значная. А, нет, почему нельзя? Можно. Настройка ленты. Пить. Копировать. Где у нас тут команда копировать? Есть один фокус. Копировать. А, копировать. Да. Ну, что-то. Ну, копировать. Двойной клик не работает. Двойной клик не работает. Вот бред. Привет Микрософту. Добавление команд в пользовательские группы. Ну, а так. Вот группа пользовательская. Ничего не получается. А так? А так получается. Ну, бред. Ладно. Так, скорректируем, чтобы не запутаться. Так, тут у нас и 12-значная. Так, придется... Так, это мы уже 10 минус 1. 11, 9 минус 1, правильно. 12, 8. Минус 1. 12, 8. 8 минус 1. Ну, как все интересно. Эйк. А теперь двойной клик. Что поменяется? Ничего не поменялось. Блин. Горячая кнопка есть? Ctrl-C. Ctrl-V. Горячие кнопки попробуем использовать. Попробуем. Так, 12-значная. Так. 13-значная. 12,8. А тут будет так. 11,9. 12,8. 13,7. 7. 13,7. Так. Ctrl-V. А, работает. Так, это у нас 14-значная. 15-значная. 16-значная. 17-значная. 18-значная. Все, предел. 19-значную можно.
Все. Escape нажимаю. И корректируем вручную. Макрос долго писать. Можно макросом все это делать. Но я и не помню как. Три раз значное. Take. Четверка тут у нас. 14 значная. Так, 13,7. 12,8. 13,7. 14. Тут уменьшаем. 6. А как? Форматировать. Как форматировать ячейку? Какая кнопка? Я забыл. Хома. Инзерт. Вспомнил. Инзерт. Не работает. Кнопка инзерт не работает. Раньше кнопка инзерт позволяла редактировать, по-моему, ячейку. Не надо мышкой тыкать было. А теперь как я это сделаю? С клавиатуры. Никак. Ну, Microsoft. Докатился. Так. Так. 12.8. Пишется хоть? А, запись идет. Уже час прошел. Ну, я так и знал, что она 2 часа займет. Капусту надо положить, чтобы остыла хоть. В тарелку переложу. Я не слишком долго. Хороший был бы совет все-таки нанимать повара. Саму готовить накладно. Тяжело, время занимает. В магазин ходить. Надо повара нанимать. Не обязательно француза, который делает соуса из 20 ингредиентов. Можно нанимать узбека, который будет делать соуса из 20 ингредиентов. Так. На чем остановился? Так. Скорректируем. 14. Тут опять 13 почему-то. Так, 13. 13,7. 14. 14,6. Тут будет 15. 15,5, да? Будет 15,5. Ой, сейчас я запутаюсь. 16. Так, 15,5, 16,4 сейчас будет. 16,4. Как-то все некрасиво у меня получается. Ерунда какая-то. 13,7. 14,6. 15,5 совпадает, вроде.
16-4. Семнадцатизначная. 16-4. 17-3. 17-3. О! О как! Тут 18. 16-4. 17-3. 18-2 будет. 18-2. Главное ошибиться нигде, тут концентрироваться надо. Так, 9-значная. 18-2. 19. А все, тут не надо никаких формул. А как это? А-а-а! Вот в чем проблема. Конечно, ерунда получается. 19. А, подождите. 18-значная. 18. 9-значная. 19-значная. Так. Тут нет смысла, да? Так, 18-2. Так, 17-3. Это еще логично. 18-2. В квадрат. В квадрат. Ну, а это уже не имеет смысла. Нет, имеет. 19-1. 1. 9-значная. Совпадает с этим у меня, с моим планом-то? Да, совпадает. Такой был план. Описываю 9-значную систему числения и одно число максимальное. Да? Если это будет атомарная цифра. Есть такое выражение. Атомарная цифра. Какая-нибудь. Либо символ. Отдельный. Символов много у нас, да? Миллиарды. В распоряжении. В арсенале. А где мое лицо? Вот мое лицо. Система 10-значная. 18. Пам-пам-пам-пам-пам. Да? Все правильно? Вроде все правильно. Так, ладно. Добавим все в табличку. Очень просто и быстро. Выбрать данные. Па-пау. Вот это у нас последнее число. Excel у нас автоматически вывел на последнее число. Зажимаю клавишу Ctrl. И просто тыкаю по очереди во все это. Во все это, во все это. Аккуратненько перемотаем вниз. Пом-пом-пом-пом-пом, чтобы ничего не испортить. Опять зажимаю клавишу Ctrl. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Окей. Что такое? Слишком длинная формула ряда. Ты елки зеленые моталки. Неверная ссылка. Вот так вот обломы. Отмена. В чем проблема, я не знаю. Я буду по очереди. Уменьшу число. Раз, два, три. Так будет нормально. Добавим еще. Сохраним. А где сохранить команда? Команда сохранить где? Сохранить где? Часто используемые. Я их что, все использовал?
Это панель быстрого доступа. Где у меня панель быстрого доступа? Я не вижу. Файл. Главное. Это называется панель быстрого доступа. Прикольно, оказывается. А я не знал. Ладно, настройка ленты. Основные вкладки. Сохранить. 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 Идем. Окей. А где у меня символ-то? Настройка ленты. Картинка же, я вот выбирал картинку. Где она? Картинка. Нет картинки. Ну ладно. Сохраним файлик. И дальше. Выбрать данные. Так. Выбрать данные. Ты елки зеленки. Отмена. Выбрать данные. Выбираем данные. Угу. И что, последнее число не помещается, что ли? Выбрать данные. Что за бред? Почему? Сколько поместилось? Кроме последнего. Ну, так неинтересно. Ну, ладно. Вот мы имеем 17 значений. Что ты будешь делать? Формат. Заливка. Тень. Нет, это не то. Формат оси. Формат оси. Ну, посмотрим, что там с осью можно сделать. Параметры. Интервал не важно. Автовыбор. Промежуточные. Автовыбор. Положение. Сечение. Выравнивание. Число. Ну, числовое, если. Связь с источником. Код формата. Чё добавить? Я нажал добавить, пропал нолик. Еще добавить. Числовой. Код формата. Ну, зачем нам нужен ноль? Код формата. Связь с источником. Числовой формат. Является наиболее общим способом представления чисел для вывода денежной связи с источником. Что значит связь с источником? Связь с источником. Чтобы создать специальный формат, код формата. Красный. Ноль. Числовой. Угу. Ну ладно. Вот это мы уберем. Нолик. Что нолик означает? Шарп. Нолик, нолик. Это не то. Цвет линии, тень, свечение, формат, объемная фигура, выравнивание. Параметры оси. Интервал, расстояние. Тип оси. Ось дат. Тип. Ага! Ага. Тип оси. Пересекает ось. Промежуточные. Подписи. Промежуточные есть. Нету. Вертикальная ось. Пересекает. Положение оси по делению, между делениями. Между делениями.
Интервал между делениями. Нет, кажется, это не регулируется. Я не могу понять. Сейчас я не могу понять. О, как. Вот результат, собственно, моих чисел, моих исследований. Вот на примере 20 знаков я делаю вывод, что на ограниченном пространстве, если ограничено количество чисел, знаков, то можно вот в пятизначной системе числения максимальное число записать. Вот. Какое можно из этого вывода сделать? Ну вот, собственно, можно какую-то архитектуру сделать для вычислительного устройства. Для наибольшей эффективности. Да? Все? Все, что я хотел. Хотя я вот результата совершенно не ожидал такого. Я думал как-то, что вот эта горба не получится. Я думал, что будет, ну, какая-то... это называется... я думал, что получится гипербола. Вообще, я ожидал образ гиперболы. А у нас получился горб. Такой вот. Похоже на... отдаленно напоминает брахистохрону. Брахистохрону. Есть такая линия брахистохрона. Ну, немножко похожа на нее. Да. Не такая, но похожа. Брахистохрона. Пам-пам-пам. Тут сглаживается совсем. Горизонтально становится. Тут вертикальная. Так, сколько записываю? Ну, час, полтора часа. Что еще важного -то я хотел? Больше ничего не хотел вроде. Поработали, записали. Итак, резюмирую тем, что максимальное число на ограниченном пространстве можно записать в пятизначной системе числения. Вот она. Пи-пи-пи-пум. Пятизначная. Вот это, до четверки. От нуля до четверки. Пум-пум. Вот, 30 миллиардов. И еще раз посмотрим. Первое значение, второе значение, третье значение, четвертое значение, пятое значение. А нет, я уже... Да, вот отсюда вот. Между этим и этим максимальное число получается. Видите? Это у нас какое? Первое, второе, двоичное, троичное, четыре знака, пять знаков. Не, шестеричное получается. Шестеричная система числения. Двоичная, троичная, четверичная, пятеричная. Вот. Шестеричная. Шестеричная, семизначная. Вот это. 78 триллионов, 364 миллиарда, 184 тысячи, 95. Максимальное число на ограниченном пространстве. На ограниченной строке. Получается. Все. К этому я и шел. Понятно, что я сказал-то? Или бред? Бредятина. Как еще это все отобразить? А! Я еще хотел график нарисовать. Какой график я хотел нарисовать? Отношения. Отношения. Как это у меня получится? Отношения между числами. Или ты уже как-то... Я как-то устал, что ли? Устал я. А это что за черная точка? А это легенда. Ее можно скрыть. Ну, а не буду скрывать.
А, это реклама опять выскочила. Реклама. Уж я ее не уберу. Здесь, где Excel? Где Excel? Тут Excel. График функции нарисовать еще один. Я хотел график функции другой нарисовать, еще один, который показал бы нам соотношение. Или это бессмысленно? И так все видно. Пам-парам-парам-парам. Как это все? Почему так все? Ладно, хватит. Сохраняю. Зачем сохранять? Сохранять, не сохранять? Где это хранить? Зачем это хранить? Ладно, дам заголовок. Тут напишу комментарий. Зависимость между. Так. Главное, влево сделаю. Чё? Влево форма. Зависимость между. Размером числа и системой темой исчисления. Вот так я это запишу. Дам имя файлу, да? Где он? Исчисление. Куда-нибудь спрячем. Куда я это спрячу? Чтобы не надоедало. Так, что здесь у меня? Ничего. О. Все, спрятали. В долгий ящик. Особо ценности тут никакой нету. В этом файле. Но я его сохранил. Много места не занимает. Калькулятор не нужен уже. Это не надо. Где его искать? О, файл создал. Где его искать? Вот он. Удалил. Ну, время останавливать запись. Люблю записывать видео. Останавливаю на счет 3. Раз, два, три.